как говорится, начиная утро в президиуме. На улице хорошо, тепло, жара. Я так в полутеньке сижу. Хочу рассказать, я вчера, значит, это самое меня пробило. И я накупила, как говорится, экзотов для Норвегии. В общем, купила я на плантации. Купила я на плантации хрен. Вот он такой у нас хрен. Пепперот. В общем, короче говоря, он здесь практически не растет. Я как-то пару лет назад покупала, но он загнулся между нами девочками. Вот, то я когда увидела, что его продают, я выхватила одну штуку. Еще я купила вот такую... О, бежит мой юный друг. Купила я... Ой, господи, как же он называется? Черемша, все время забываю. Купила я такую черемшу, а это у меня просто вон этот самый... Лавандочка стоит сзади, позади этого всего. Хочу попробовать, потому что у меня как-то... Мне очень хотелось вот научиться собирать, искать эту черемшу. А тут смотрю, что она сама продается. Думаю, ой, как хорошо. В общем-то, решила прикупить. Еще вчера я с дуру... Звезда звездой, честное слово. Я посмотрела на листики, на вот эти. И я думаю, это черемша. И с учетом того, что я под конец этого самого моего путешествия была уже настолько никакущая. Да, вот так вот, абсолютно никакущая, как сегодня вот тюфсик. Да, вот так, вот так, да. И я не знаю, почему по-норвежски черемша называется рамслёк. Сейчас покажу. Ой. Вот. Рамслёк. И листики у него такие длинные. Что меня клемануло? Как я прочитала? Я почитала вместо парслей, что означает петрушка. Но тут далеко не петрушка. Я прочитала рамслёк. То ли у меня дислексия началась, в общем, я не знаю. Но я с учетом того, что думаю, ну вот я наконец-то попробую, как насколько вкусно этот черемша это. Я ее, значит, купила. Приехала домой уже, значит, немножко пришла в себя, прочухалась. И думаю, надо посмотреть, что я там купила. Я, значит, читаю парслей, перевожу. Петрушка. Думаю, ну какая же это петрушка-то? Потом какой-то нгогай. Думаю, ну давай искать, потому что по петрушке ищется только петрушка. Давай искать это нгогай. И оказывается, что это никакая не петрушка и никакая не черемша. Это оказывается, что я купила какое-то растение из семейства кориандровых. Ну, то есть, его как-то там называют название, не помню. Но, в общем, или длинный кориандр, или мексиканский кориандр. Он действительно вкус такой, как у кориандра. Ой, думаю, ну это ж надо же, это ж как меня вчера прибило уже в этой поездке, в этих 30 градусах в этой машине, что слов нет. Ну, в общем, попробовала, ничего. Посушу, можно использовать, можно добавлять это самое. Ну, такой достаточно приятный, островатый вкус. Вот. А еще вчера, так, это я чашечку чая вынесла с собой. А, ну да, столик. Как же столик? Столик еще сразу. Вот, сразу в действие впустила. А еще вчера купила несколько видов каких-то ягод, короче говоря. Но название ягод я не нашла. Да, не нашла я название ягод, не нашла. Куда ты ушел? Вот, пошел. Жалко, жарко бедному котику, жарко, да? Ой. В общем, но самое прикольное, что вот это, я думаю, ну что оно мне напоминает? О, наш касатик. Что он там? Тюфсик, кого ты там высмотрел?
Да, он так. Скажи, я тоже хочу в президиуме посидеть, да. С тюфсиком в президиуме. Я думаю, надо же попробовать. Да, конечно, куда ж там без тебя, да. Да, вот иди, мой золотой. Вот такая штукерация. Да. Хочешь попробовать? Он такой сладенький, немножко такой суховатый. Я думаю, ну что-то оно напоминает. И до меня дошло. Сейчас покажу. Я по косточке определила. О, где он тут? Сейчас. Звезда моя. Тебе тоже захотелось фруктов? Вернее, ягод. И до меня по косточке доходит, что это финик сырой. То есть то, что мы покупаем в этом самом, такое сладкое-сладкое, это и есть финики. То есть люди добрые. Если вы увидите, ой, вот такие штуки, это финики. И еще я купила так несколько штук для пробы. Еще я купила вот такую штуку. Ну, честно говоря, я не знаю, что это такое, но она достаточно вкусная, такая сочная, чуть-чуть кисловатая, такая очень приятная ягодка, и внутри косточка. Вот, в общем, такой этот самый фрукт или ягода. Сочный тюфсик. Вот такая косточка внутри. Ну, мне вчера очень понравилось, так, чтобы, как говорится, чтобы сфокусировалась больше на ягоде, а не на мне. Вот. И я вчера очень такой сочный. Ну, такой кисло-сладенький. Очень нежный такой фрукт или ягода. В общем, ну, такая косточка. Небольшая косточка. В общем, по идее, можно посадить и посмотреть, что вырастет. Вот, так что вот, вот с этим я лопухнулась. Как я прочитала, что это рамшлёк. В общем, приехала домой, думаю, блин, мне его подменили. А потом думаю, нет, ну как мне мог, ну кто будет подменять в магазине? Я столько нагребла, что оставила корзинку стоять. И думаю, пусть она стоит, что я буду туда-сюда таскать. И уже с других мест там приносила это самое. Ну, в общем, такой интересный, не знаю, овощ, салат. Ну, в общем, это специя такая. Думаю, ну вот позорище. Думаю, как я так прочитала? Ничего. Он вполне съедобен. Ну, такое типичное, это, как его называют, господи. Ой, не люблю это. Не люблю я эту траву. Сейчас вспомню. Кинза. Запах кинзы один в один. Ну, он такой чуть-чуть, это, ну, может, чуть поострее такой, как бы, послевкусие. Вот. Кинза. Думаю, ну, звезда звездой. В общем, вместо черемши купила кинзу. Ну, во всяком случае, как говорится, теперь буду знать. Вот. В общем, хорошего вам дня. Приятного утра или вечера, или когда вы там будете смотреть это видео. А я буду балдеть. Ой. Ой. Мне сегодня надо много чего сделать. Поэтому сейчас чайку попью. И пойду работать.
кстати, столик мне очень нравится. Столик такой хороший, в общем-то, достаточно легкий, хорошо моментально складывается, моментально раскладывается. Вот. Так что я довольна покупками. Что я еще купила? Купила один томат. Его надо сегодня посадить. Купила кое-какую цукини. Купила. Тоже хочу воткнуть в одну мою грядочку. Хитрую грядочку. Вот. Ну, там кое-что еще пересадить, потому что у меня огурцы уже в доме практически пищат. Там несколько осталось. Их надо пересадить в землю. Ой, я с утра полила огурчики, мои грядочки с петрушкой, укропом, редиской. Но, положа руку на сердце, редиска сидит так, как будто ее этим самым гвоздями забили. Не вылазит ни под каким соусом. Ни по-доброму, ни по-злому. В общем, купила новую, рядышком посажу. Может, одна это... даст пинделя волшебного другой. Ладушки, целую, обнимаю. Пока-пока.